Интересное место ты выбрал. Бьюсь об заклад не случайно. Не я выбрал это место. Я догадываюсь. Ну, раз уж мы здесь, наверное, у тебя для меня что-то есть. Я выполнил третье желание. Что это? Картина. А на ней твой дом, жена и роза, которую ты ей тогда подарил. Я не об этом просил. Ты плохо сформулировал желание. Не в первый раз. Вот это меня и погубило. Она так прекрасна. Выглядит как живая. В каком-то смысле так и есть. Написав эту картину, она вошла внутрь. Что? Как это? Не знаю, она любила тебя. Может, она просто хотела быть рядом. Хотела быть рядом после всего этого. Ирис, во что же мы впутались? Если бы я знал тогда, чем все это закончится. Что? Что происходит? Я чувствую, будто кто-то вложил мне в грудь пылающий факел. Простите, что заставил себя ждать. Рад, что все мы уже в сборе. Как себя чувствуешь, фон Эверик? Тебе не стало немножко легче на сердце? Вадим, чего ты хочешь? Как это чего? Твою душу. Ты кое о чем забыл. По договору ты получишь ее, если выполнишь три моих желания, и... И мы встретимся на Луне. Ну, вот мы и встретились. Что? Нет. Нет. В договоре ведь... Луна там! Там, а не... Здесь. Я дал тебе то, что ты просил. Здесь, на Луне, заканчивается наш договор. Ах ты, ублюдок! Ты меня обманул! Я никогда не обманываю. Подожди. Не вмешивайся. Вспомни, что я сделал с последним глупцом, который надумал мне мешать. Ты исполняешь желание, так исполни мое. Оставь его. Он должен выплатить свой долг. Отпусти его, и я буду тебе должен. Ты хочешь отдать свою душу вместо его? Давай сыграем на обе. Выиграешь, получишь и мою душу, и Ольгерда. Проиграешь, оставишь в покое нас обоих. Во что же ты хочешь играть? В гвинт? Не знаю. Можем поспорить на что-нибудь. Я уже несколько раз доказал тебе, что могу совершать невозможное. Хорошо. Но сделаем это по-моему. Что происходит? Ты хотел со мной сыграть? Так давай же. Я загадаю тебе загадку. Отгадаешь, и вы с Ольгердом будете свободны. А если нет? Тогда я вас обоих заберу с собой. Ведь ты сам мне это предложил.
Что за загадка? Есть я у мужа, у зверя, у мертвого камня, у облака. В душу не лезу, ловлю изменение облика. Дева, взглянув на меня, приосанится. Старец нахмурится, дитятка расхулиганится. Что это может быть? Ты мне скажи, кто я? Я тебя достану. Время покажет. Найди меня, прежде чем пересыплется песок в часах. Готов? Время пошло. Что это за место? Тебе нравится? Ну, чем богаты, тем и рады. Помни, тебе нужно найти меня, пока время не вышло. Насчет чудовищ мы не договаривались, это нечестно. Старец нахмурится, дитятка расхулиганится. Это что-то, что воздействует на психику. Может, водка? Водка! Мимо! Камни водку не пьют! Дева, взглянув на меня, приосанится. Старец нахмурится, дитятка расхулиганится. Тоже ты, зараза. Никогда не понимал, что такого в мечах, что некоторые дуреют от одного их вида. Хоть бы кругом все горело синим пламенем, хоть бы жизнь висела на волоске. А кстати, время уходит. Верно у тебя выходит. Помни, ты еще можешь сдаться. Как мне кажется, ты меня не найдешь никогда. Прячешься. Ты же не думал, что разгадка будет настолько простой?
тебя побрал, Один! 1-0 в мою пользу! Я все жду, жду, и ничего. Найди меня сначала. Черт бы тебя побрал, Один! 1-0 в мою пользу. Должно же быть зеркало, которое нельзя разбить. Ищи! Может, и найдешь. Интересно, сможешь ли ты разбить водную гладь? Сделать так, чтобы она появилась снова. Ну как? Тебе лучше? Лучше, спасибо. Твое вино понемногу ставит меня на ноги. Думаю, оно поставило бы на ноги и покойника. Исключительное пойло. Знаешь что? Здорово, наконец, выпить чего-нибудь настоящего. А, ну ладно. Так, рассказывай, что с тобой приключилось? Твоя отметина исчезла. Значит, все в порядке? Сперва ты мне расскажи, каково это — жить с каменным сердцем. Поначалу замечательно. Ты не чувствуешь ни страха, ни боли. Но ты ни о чем не заботишься. Тебя ничто не волнует. И близкие люди тоже. И понемногу ты их теряешь. Впрочем, ты знаешь, чем это кончилось. Ну и как же ощущения? Ты чувствовал что-нибудь? Разумеется. Вначале я ощущал мир как никогда прежде. Много сильнее и ярче. Но как это? Пойми, каменное сердце я не просил. Это был лишь побочный эффект. Я хотел получить Ирис и вернуть состояние. А потом жить так, будто нет никакого завтра. Так и было. Но лишь до поры. А потом я не чувствовал уже ничего.
счастью, все уже позади. Ведь это кончилось, правда? Ты расскажешь мне, наконец, что случилось? Господин Зеркало решил развлечься за мой счет. Он придумал игру, в которой я должен был проиграть. Но, кажется, не принял во внимание школы, которую я прошел у тебя. Прости. Я не хотел для тебя лишнего риска. Мне пришлось это сделать, чтобы защитить себя. Я знаю. Теперь ты можешь забыть о нем. Ты в безопасности и свободен. Спасибо. Хоть я и не знаю, что мне делать с этой свободой. Зеркало отняло у меня все, что я любил. Все, что мне было дорого. Неправда. Ты вернул сердце? Это горькая победа. Отныне я чувствую, как много я потерял. У меня есть сердце, а я не чувствую ничего, кроме отчаяния, грусти и тоски. Моя жизнь разрушена. Ты выходил из разных передряг, и сейчас ты тоже справишься. Снаружи тебя ждут верные друзья, у тебя есть дом, состояние. Нет. Я не могу жить так, как раньше. Так что ты будешь делать? Еще не знаю. Знаю только одно. Время распорядиться своей судьбой самому и начать жизнь заново. В этот раз на самом деле. Похоже, это хороший план. Спасибо, ведьмак. Я благодарен тебе. У меня для тебя кое-что есть. Я не могу это принять. Можешь и должен. Эта сабля служила моей семье не одно поколение. Я потерял все, что имел, но ее сохранил. Она для меня очень много значит. Тем более не могу. Окажи мне эту честь. Для меня это будет знак начала новой жизни. Пусть она верно тебе служит. Спасибо. Прости. Ничего страшного. Вновь благодарю тебя, Геральт. Удачи на твоем пути. И тебе удачи. Бывай.